Здравствуйте! Вы на канале Мимишки Докс. И сегодня у нас идет распаковка посылки для щенка. Итак, в нашу семью едет новый щенок. На посылочке мы закроем название магазина, в котором мы в интернет-магазине все это покупали. Вот, поэтому вы увидите именно непосредственно то, что мы заказали, что нужно для первых дней, когда появляется в вашем доме щенок. Смотрите дальше. Итак, мы начинаем с вами открывать. Хотим показать. Мы читали, вспоминали все, что надо для щенка, заново все проходили. Поэтому посоветовались с нашим заводчиком, какой корм предпочитает на данный момент щенок. Вот такой корм для щеночка 3 weeks, с 3-недельного возраста можно его давать. И обязательно то, что меня интересовало и интересует, это срок годности, дата выпуска и конечная дата. Ну, нас интересует конечная, это 22-й год. Все, вопросов больше нету. Сказали, что это один из самых лучших. Это мы взяли то, что нам сказал заводчик. Мы ждем собачку породы West Highland Terrier. Вот, поэтому, что еще? Мы взяли щенячий шампунь для щеночка. Вот, и взяли для белых собак, но это просто уже на будущее. Понятно, сейчас этим шампунем не стоит мыть собачку. Мы будем мыть щадящим для маленьких щеночков. Попробовали купить вот такую вот игрушку. Она немножко крупноватая, как на данный момент для собачки. Написано это, что производство Украина. Да, Украина, тут какой-то подарок, какой-то шампунь, кондиционер, ну, я не знаю, для каких это пород, надо будет потом интересоваться, и с запахом ванили. Пошлите. Ну, обязательно, что надо, это мы взяли сразу две мисочки, которые не скользят на полу, такой вот фирмы 07, ну, для того, чтобы, понятно, на данный момент она немного велика, но мы будем ложить корм по мере потребности собачки, сколько ей нужно. Мисочки, которые приобрелись на долгое время, и когда собачка уже повзрослеет, она ей тоже, конечно, подойдет. Смотрите, сколько здесь всякой всячины. А опять у нас игрушка идет. Вот такая вот косточка, тоже с запахом ванили. 12 сантиметров, запах ванили. Не знаю, понравится, не понравится такая игрушка. Будем дальше мы вам показывать видео, насколько эти все игрушки нужны или не нужны, и насколько удобно было это щенку, и интересно, обязательно интересно. Вот мимо такого вот мы такой игрушки мы не смогли пройти. Видите, все еще закрыто, запечатано. Ну, я уже буду, так как мы будем открывать это уже все, и покажу вам. Обратите внимание, какая игрушка-сосиска. Не знаю, насколько она не пищит, а просто как канатик, и сама вот такая вот симпатичная мордашка. Производство Германия. Вот. И вот такая вот веселая штукенция ждет нашего и питомца. И опять же, как же ж без длинной игрушки. Вот такая вот у нас получилась, как это, нарезка около сосисочек разновидностей. Вот, то же самое производство, Германия. Вот, ну, вот такие вот веселые ребята ждут нашего щенка. Мы вам будем рассказывать, стоит ли брать такие игрушки и насколько долго они служат. Потому что мы слышали, что надо... Почему я говорю мы? Потому что мы ждем щенка с дочкой. Это наша идея, новая собачка. Надеюсь, все наши близкие нас поддержат. С другой стороны, вот такой вот... Мячик. И тут я... Ага, он еще и имеет такой свисточек. Ну, я читала, что рекомендуют вынимать их, потому что щенок может разрезать, и вот эта штучка, она может быть, ну, опасна по технике, как безопасности. Ну, будем смотреть, насколько это будет нужно, мы тогда вынем этот. То есть поехали дальше. После игрушек что-нибудь такое я покажу вам полезное. Полезное мы взяли вот такую вот расчесочку. У нас такого еще не было. Я же говорю, у нас уже есть собака. Мы такой не пользовались. Посмотрим, насколько это подойдет нашему терьеру. Ну, вот мы посмотрим, насколько такой размер зубчиков, да, подойдет для терьера вычесывания. А теперь смотрите, это, конечно, очень смешно и забавно.
положить посылку для щенка, для собачки. Положили вот такие вот игрушки. Но это для котят. Это для котят. Так что, хотя заказывали мы 3 мячика. Должны были прийти 3 мячика. И да. Вот. Ну, нам заменили, почему-то подарили зеленую мышь. Ну, не то, что подарили, это было оплачено. И дальше. Будем надеяться, больше таких сюрпризов не будет. Ага, вот что мы еще заказали для нашего будущего блогера. Потому что Тиффани. Вот. Ну, так в семейном кругу ласково можем называть ее Фанни. Вот. Так вот. Вот такую вот мы заказали. Это борцовочка такая. Футболочка-борцовочка. Взяли мы эсочку, хоть это и Хайленд Терьер, но она пока щеночек, и мы хотим ее удивить и как-то обрадовать. Вот такой вот инста-блогер. Качество такой, плотный трикотаж. На удивление, я вам скажу, неплохо. В пошитах швы сделаны качественно. На данный момент смотрится стильно, она у нас будет беленькая, и мы специально взяли черненькую, заказали, потому что был такой контраст прямо. Покажем вот, что у нас есть у нашей сейчас собачки. И также мы заказали для нашей Тиффани. Так само эсочка, размер идет от, то есть максимально до 12 килограмм. И обратите внимание, здесь прямо, вот если приблизить, видно, что как будто бы наш терьерчик стоит, поэтому она подходит. Старая наша рулетка, да, но этой же фирмы, она падала. И падала так и на асфальт. Происходило такое, вот, и она не разбилась, поэтому мы с уверенностью заказали и для нашего нового питомца. На данный момент, пока она маленькая, мы не будем ее использовать, но у нас уже это есть. Тем более, мы еще взяли ее по скидке в интернет-магазине, ну, очень было выгодно, почему бы и нет, не взять. Ну, и переходим теперь к нашему спальному месту. Мы долго выбирали. Мы хотели изначально, чтобы это был домик. Но так как для West Highland Terrier мы не увидели для ее размера домик, поэтому все-таки пошли мы искать лежак, который был бы ну, комфортный, теплый, удобный, не сильно пачкался. Ну и более-менее зарекомендовала себя фирма. Это тоже производство немецкое. Германия, и вы видите его размеры 65 на 65, это можете посмотреть поближе. Вот для West Highland Terrier это место подходит, это внутри очень мягко, приятное такое на ощущение. Вот можете посмотреть поближе. Да. Вот лежачок, есть матрасик, который вы можете одеть его в какой-нибудь чехольчик и стирать отдельно чехол. Либо вы можете сразу положить изначально вот этот вот на поролончике, такой тепленький. И смотрите, какой получили мы маленький-маленький подарочек. Это уже бонус, наверное, за то, что они нам положили игрушки для котика. Вот такая вот у нас подвесочка, да? И посмотрите, вот здесь вот можно, если в вашем городе есть гравюрщик, написать имя вашего питомца и номер вашего телефона. Это если, не дай бог, ваш питомец потеряется. Вот такой вот подарочек. Презент был нам от интернет-магазина. Итак, вы смотрели видео распаковка подарков для щеночка. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши следующие видео, насколько Тиффани нашему щенку понравились эти подарки и стоило ли было это все покупать. Вы все это сможете увидеть в нашем видео и дальше думать, стоит ли вашему щенку это брать. Приглашаем вас смотреть наши следующие видео. Обязательно подпишись и ставь лайк. Всем спасибо за внимание.